Привет, меня зовут Санта, и мы на канале Супер Санта. Всем привет вам, Сантики! Всем привет, ребята! Мы приехали на 20-й юбилейный всеукраинский фестиваль «Век грации и красоты». И привезли два танца в шкафу и нашу премьеру «Журавлики». И видео будет очень интересным, поэтому усаживайтесь поудобнее, подпишитесь на мой канал, поставьте нам лайк и нажмите на колокольчик. А мы начнем! Наши девчонки уже готовы, мы выходим следующими. Посмотрите, как все происходит из-за кулис. В коробке с карандашами живет зеленая елка. Ее украшали долго хлопушками и шарами. Номер один в шкафу. Санточка, ну как, выступили? Да, очень понравилось. У вас все получилось? Да, и новая пушистая наша шуба. А теперь готовимся к новому танцу? Да. Ну что, будем переодеваться. Класс! Ребята, мы переоделись, и девчонки ждут своей очереди. Нам еще долго, несколько часов ожиданий. Так что будьте с нами, и мы вам все покажем. Ребята, мы поделились заказами. Конфетку, печенька. Ребята, мы уже передохнули и идем на второй танец журавлики. Друзья, это премьера, мы очень волнуемся. Девчонки уже готовы. Держите за нас кулачки. А я не волнуюсь. Ребята, мы разогреваемся. И вообще, мы скоро выступаем. Мы 24-е. Я сейчас расскажу, как это было.
танцевали, второй танец журавлики. И мы все молодцы, и мы так устали, поэтому потом перекусим и вернемся потом и будем ждать результатов. Хорошо ест. Друзья, нам только что сообщили, что до награждения целых 4 часа. Поэтому мы покушаем, проведем здесь какое-то время и пойдем смотреть на другие коллективы. Да. Ребята, вот и закончился наш фестиваль. И у нас для вас две новости. Одна хорошая, одна плохая. Ребята, танец в шкафу получил первое место в своей категории. Ну, а вот журавлики, к сожалению, жюри не оценило. И это значит, что нам нужно над собой работать еще больше. Друзья, уже очень поздно, мы находились на фестивале более 10 часов, а это значит, что нам пришла пора прощаться. Всем пока-пока! Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Всем пока-пока! Пока, ребята! А мы поехали домой!